Но еще пока сыроватые. Мы видим, что только одна девушка сумела пробиться у нас в отдельные виды, и то выступила весьма не очень. Оценка сборной Украины 49. Девочки расстроены результатом. Последнее место. Им не хватило сложностей. 3 балла, почти 3,5 они проиграли болгарам по сложности упражнения. И сборная Бразилии, которая очень хорошо сделала многоборье, попала в финал. Да, и опередили они испанок, турчанок, Германию и многих других команд. Довольны своим выступлением девочки из Бразилии. Все у них получилось. Честно, я очень удивлена. Мне очень понравилось. И даже по ногам я скажу, что это было очень даже неплохо. Почище, чем девочки из Узбекистана, Израиля. Очень хорошую работу тренеры Бразилии провели с командой. Вообще у нас есть подозрение, что заграничный тренер работает с девчонками. Всего. Возможно, даже из Израиля, потому что и выбор музыки, название этой композиции – израильская опера, израильского композитора, и плюс цвета купальников так, возможно, намекают каким-то образом. Но в этом нет ничего удивительного, да, потому что изначально где художественная гимнастика и где Бразилия, но мы знаем, что перед Олимпиадой в Рио с девушками из Бразилии работали и русские тренеры, в том числе. И Екатерина Пирожкова, которая сейчас работает с командой Узбекистана. Оценка 38-35. Но девочки уже счастливы просто попасть в финал, да. Смотрите на их счастливые лица.